страна у нас большая, и, как вы знаете, хорошего топлива хватает не всем. Особенно это болезненно чувствуют владельцы современных автомобилей с дизельными моторами в каких-нибудь путешествиях. Например, на Кавказе не всегда удается найти хорошую брендированную колонку и приходится заправляться, ну, на совсем страшных-страшных заправках. Так вот, специально для этих случаев компания Rosev создала присадку Дизель Доктор. Что делает эта присадка? Она улучшает качество солярки, повышает цетановое число, улучшает смазку ТНВД и одновременно помогает убирать отложения с наших топливных форсунок. Вдобавок она снижает токсичность выхлопа и улучшает сепарацию воды в топливном фильтре. Важно отметить, что это российская разработка, поэтому стоит она относительно недорого, и использовать ее можно не только в экстренных случаях, но и для профилактики. Я вот эту штуку, вот этот автомобиль, уже залил. Привет, с вами канал Авто МПС, и я Дмитрий Федотов. Сегодня у нас не совсем обычное видео, потому что на этом автомобиле я на новогодние праздники уезжал на Кавказ, в частности в Чечню, в Дагестан, в Ингушетию, и я с удовольствием вам покажу местные красоты. Но начнем мы все-таки с привычного теста автомобиля. Это Mitsubishi Pajero Sport 2021 года. Модельного года. Он не так давно пережил обновление и стал на самом деле симпатичнее, технологичнее и комфортнее. Стоимость этой машины 3 миллиона рублей в базовой комплектации, пустой как барабан. Эта сумма заявлена на сайте, разумеется, у дилера цена будет другая, а у нас на тесте топовая комплектация, которая оценивается 4 с лишним миллиона рублей. Здесь стоит дизель объемом 2,4 литра, который выдает 181 лошадиную силу. Работает этот дизель в паре с 8-ступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией. Полный привод здесь подключаемый, раздатка Super Select, которая позволяет нам включать полный привод, подключать передний мост жестко даже на ходу. Есть пониженная передача, есть центральная блокировка и есть блокировка заднего межколесного дифференциала. То есть как внедорожник этот автомобиль полностью состоятельный. Единственное, честно говоря, что меня в этой машине пугает, это коммонрейлы, турбины и прочие электронные навороты. Я, честно говоря, вот этому всему не очень доверяю. Все это работает классно, но на большом плече с пробегом 1300-400 мне кажется, что все это так хорошо работать уже не будет. Итак, поехали. Повторюсь, мне очень нравится в этой машине, что она честная. Так и должно быть. Единственное, но очень навязчивая антипробуксовка, навязчивая стабилизация. Все это хочется отключать, выключать и как-то без этого всего жить. Но благо здесь и стабилизация отключается, поэтому с этим всем жить можно. Мы едем, едем, едем. Резина хорошая, зимняя, шипованная. Мы сели. Что значит сели? Сейчас мы включим блокировку центра, сейчас мы включим блокировку дифференциала и вылезем. А вот так. Все, включилась блокировка заднего дифференциала, и мы полезли. Нет, она хороша тем, что ты знаешь пределы этой машины. На ней очень сложно сесть, именно потому что ты понимаешь, что она может, что она не может, и где и как она может. Попробуем назад. Систему кругового обзора нам хорошую картиночку клеит. Все более-менее видно. Гребет. Хорошенькая, хорошенькая. Глав
главная революция Pajero Sport обновленного – это дизайн задней части. Когда вышло вот это третье поколение Pajero Sport, все делали большой акцент на задних фонарях, которые продолжались вот до этого места. Здесь стояли катафотоотражатели, световозвращатели, как их еще называют. Все их называли кровавыми соплями. Выглядело это довольно странно. Так вот, в обновлении пожелания покупателей учли, и наши катафоты перенесли в нижнюю часть бампера, поставили их горизонтально и немножко вот эти сопли вытерли. Поэтому в целом, как мне кажется, машинка стала немножко симпатичнее, без каких-то кричащих совсем уж элементов. Фонари практически не поменялись, форма их такая же, но в целом все теперь выглядит аккуратнее. И вторая инновация – это электрический привод крышки багажника, который у нас теперь открывается нажатием клавиши и закрывается нажатием клавиши. Причем открыть ее можно, как нажав на клавишу на двери, нажав клавишу на брелке или нажав клавишу на приборной панели. То есть все очень удобно. Багажник безразмерный. Я так понимаю, что на каких-то рынках здесь еще доступен третий ряд кресел, поэтому багажник огромный. Больше того, мы можем вперед сложить сиденье второго ряда, диван второго ряда, и багажный отсек здесь будет просто гигантский. Очень удобно. Мы проехали на этой машине 5500 километров за 9 дней, здесь лежала куча всего и места еще оставалось. Поэтому в плане багажного пространства все супер удобно и супер продумано. Салон тоже поменялся, он символически, тем не менее в лучшую сторону. Главное отличие салона нового — это центральный тоннель, который с одной стороны стал выше, а с другой стороны под ним появилась маленькая ниша для хранения всякой мелочевки. Она довольно-таки скромного размера, но бутылка воды туда влезает, и я думаю, что наверняка найдется что-нибудь, что туда можно будет кинуть. А в остальном машина выглядит практически как старая. У нас здесь есть шайба Super Select, понятная, удобная, интуитивно ее нащупываешь. Здесь у нас есть электрический ручник с системой удержания. На этом ручнике AutoHold, на светофорах это тоже полезно и приятно. И электрический ручник — это тоже инновация, которая появилась вместе с обновлением. И появилась у нас здесь виртуальная комбинация приборов, которая доступна на старших исполнениях этой машины. Комбинация довольно-таки большая, 8 дюймов. Что еще? Еще у нас здесь есть обогревы кресел. Компания Mitsubishi заявляет, что есть обогрев руля, но я не нашел клавишу, которая его активирует. Я искал ее, честно, неделю, не нашел. Зато руль у нас имеет механическую регулировку как по вылету, так и по высоте. Сама рулевая колоночка. У передних кресел электрические регулировки. Регулировка вперед-назад, вверх-вниз. Можно поменять высоту подъема вот этой передней части подушки, которая, несмотря ни на что, остается коротковатой. И можно менять, разумеется, угол наклона спинки. И очень важно, что когда хочется спать, можно до конца вперед выдвинуть сиденье, разложить его, снять подголовник. Получается довольно ровная поверхность до заднего дивана. То есть в этой машине можно очень комфортно спать. Еще у нас здесь есть комплекс электронных ассистентов, комплекс электронных помощников, систему кругового обзора, парктроники и система, которая предупреждает нас о том, что когда мы выезжаем с парковки задним ходом, кто-то где-то движется в нашу сторону, она нам намекает на то, что надо бы остановиться или, по крайней мере, проявить дополнительную осмотрительность. И еще здесь есть система, которая предупреждает нас о том, что впереди близко автомобиль, она же система автоматического торможения, она может нам сама включить тормоза, если мы где-нибудь в пробке зазевались, но вот к этой системе у меня есть вопросы, потому что она слишком навязчивая. Вот это большой-большой баннер «тормозите» на приборной панели, окей. Писки, окей, но когда у меня машина сама, мне нужно подъехать поближе, бывает, да? И в тех ситуациях, когда кто-то ломится в ваш ряд очень наглый, или когда вы хотите протиснуться вперед, чтобы кого-нибудь сзади пропустить, нифига, эта система может вам совершенно хаотично долбануть по тормозам, и все это выглядит не очень комфортно и не очень
приятно. Что касается мультимедийной системы, она здесь тоже большая, нарядная, интересная, неплохо работает вместе со смартфоном, но в определенных комплектациях здесь доступна система Яндекс.Авто. Я бы хотел ее. Вот у нас здесь именно Яндекс.Авто нет. То есть здесь нет навигатора, его нужно подключать именно через CarPlay или через Android Auto. И здесь все довольно скромно. Телефон, мультимедиа, настройки довольно скромные и информация. Собственно, все остальное только через телефон, но с ним она очень неплохо взаимодействует. Ну и в целом салончик приятный. Он такой, без особых претензий на дизайн. Окей, он довольно скромный, но все, до чего ты дотрагиваешься, оно в основном мягкое, за исключением жесткой центральной консоли. Но ничего не гремит, ничего не раздражает. Все на своих местах, понятно, удобно и приятно. Единственное, чего бы мне, наверное, хотелось, это отказаться от селектора в пользу каких-нибудь кнопок, в пользу какой-нибудь шайбы, чтобы здесь на центральном тоннеле появилось больше места для всякого хлама. Когда ты едешь на машине далеко, у тебя здесь вокруг все. Телефоны, зарядки, экшн-камеры, коптеры, все это заряжается, все это болтается, и все это нужно куда-то раскладывать. И вот хочется чуть больше места для этой мелочевки, хотя бардачков здесь довольно много. Что касается мотора, то 181 лошадиной силы двухтонной машине, а снаряженная масса здесь чуть больше 2 тонн. Было бы чуть меньше, я бы сказал, что его не хватает. А сейчас я скажу, что его достаточно, но впритык. То есть у вас вменяемый разгон. Там что-то, по-моему, у дизеля с 8-ступенчатым автоматом, что-то в районе 14 секунд до сотни, если я не ошибаюсь. А у вас максималка 180, то есть иногда вы до нее доходите. Бывают такие моменты. И, в принципе, вам этого достаточно, а если вдруг по какой-то причине вам этого недостаточно, если у вас какой-то прицеп или у вас какой-то затяжной подъем в горах, это тоже бывает актуально, у вас есть понижайка. Но, в принципе, 180 сил хватает всегда. Автомат здесь традиционный, настоящий, и автомат здесь немножечко работает медленнее, чем хотелось бы. Что касается проходимости, то это вообще отдельная песня, потому что он великолепен. У вас есть честная машина, с которой вы один на один. Дорожный просвет, если я не ошибаюсь, 218 миллиметров. Но это 218 миллиметров до яблока заднего моста. То есть вся остальная машина значительно выше. И вот я на ней лазил по горам, по камням, по довольно страшным местам. Я ни разу не чиркнул ничем. То есть вот, насколько она сделана, насколько она продумана и насколько она... Вот такой хороший, честный инструмент, который, вот если вы примерно понимаете, что происходит, вы пролезете. Или вы не полезете туда, где у вас будут сомнения. Значит, как должен выглядеть автомобиль здорового человека снизу? Вот так выглядит Mitsubishi Pajero Sport. Здесь у нас полноценная нормальная рама. Спереди двухрычажная подвеска, причем передние рычаги очень похожи на рычаги первого поколения. Вот выглядит все так, как будто сюда прям можно вкрутить торсион. Хотя сама подвеска уже передняя пружинная. Очень важная особенность – нижние шаровые на болтах. То есть они покупаются отдельно, они меняются отдельно. Это очень удобно и очень выгодно с точки зрения бюджета. Ну и все здесь сделано так, чтобы не сломаться никогда и ходить очень долго. Снизу и двигатель, и коробка, и раздатка у нас защищены мощными толстыми алюминиевыми листами. То есть вот видно, что на этой машине можно ползать и ползать уверенно по любым камням, не боясь чего-нибудь там пробить. Помимо этого, стальная защита довольно мощная есть у топливного бака. И еще нижняя крестовина у нас тоже защищена какой-то железной пластиной, на которой еще такой резиновый кубик. Митсубишицы очень любят эти резиновые кубики, которые, по их мнению, устраняют вибрации какие-то паразитные. Но в целом машина выглядит снизу просто безупречно. Очень крепко, очень надежно и очень продуманно. Именно так, как и должен выглядеть настоящий внедорожник. Обновление принесло этой машине новый дизайн передней части, иной капот, светотехнику и решетку радиатора с бампером. На самом деле фары очень нарядные. Здесь в этих блоках у нас стоят противотуманные фары и система адаптивной подсветки поворотов, которая загорается, когда мы выкручиваем руль в ту или иную сторону. И здесь же у нас стоят поворотники. Причем интересно, вся светотехника на светодиодах, за исключением поворотников, которые на лампах накаливания. Тут же у нас можно увидеть камеру, которая смотрит вперед. Здесь стоит система кругового обзора, которая также появилась на этой машине. И здесь же у нас стоит радар адаптивного круиз-контроля.
Что мне не нравится, так это вот этот пластик. Вся эта метросексуальность настоящему внедорожнику совершенно ни к чему. Но в качестве утешения для тех, кто, как и я, любит настоящие железные машины. За этой пластмасочкой стоит нормальная металлическая защита. Поэтому бампер вы, может быть, где-нибудь в суровом оффроуде оторвете, но своих способностей к передвижению машина явно не потеряет, даже если вы налетите на что-то довольно-таки серьезное, вроде пня или большого камня. Короче, машина выглядит очень крепкой. Любовь к морю воспитывается невыносимыми условиями на берегу. Афоризм, лучше всего объясняющий мою страсть к путешествиям. Холодная Москва с ее бурой слякотью, свинцовым небом, суетой и бесконечными пробками – сама по себе отличный повод уехать куда-нибудь. Хлопнуть дверью, протолкаться по 1000 светофоров и, наконец, выйти на М4. Глядя на убегающее вперед шоссе подровный гул мотора, наконец, выдыхаешь и успокаиваешься. За рулем нового Mitsubishi Pajero Sport получается расслабиться. Адаптивный круиз-контроль отлично держит дистанцию до впереди идущей машины, а 8-ступенчатый автомат помогает не перекручивать мотор. В неспешном режиме расход 2,5-литрового дизеля не превышает 9 литров на сотню, что неплохо для здоровенного внедорожника. Первая остановка на границе Краснодарского края со Ставропольем, где сохранились остатки Армавир-Туапсинской железной дороги. Построили ее перед самой революцией, которую дорога не пережила. А вот остатки величественных мостов, в одночасье ставших никому не нужными, в местных степях сохранились и до сих пор впечатляют. Следом я собрался посетить обсерваторию в Архизе, но не успел попасть туда, можно было лишь следующим утром. Увы, ночевка в горах оказалась бессмысленной. Дорогу наверх завалило камнями, а прогнозов по ее расчистке текущий охранник на КПП давать отказался. Зато у меня получилось добраться до другой достопримечательности Карачаева-Черкесии, крупнейшего в мире радиотелескопа Ротан-600. Цифра в названии – диаметр круглого сооружения. Снизу оно больше похоже на странный забор, а вот с высоты птичьего полета масштаб этой штуковины действительно впечатляет. В Северной Осетии я отправился смотреть город мертвых. Так здесь называют древние саркофаги, похожие на маленькие домики, внутри которых лежат человеческие кости. Звучит мрачновато, но выглядит это место довольно привлекательно и аппетита у многочисленных туристов не отбивает. А вот Чечня удивила другим. Республика порадовала идеальным асфальтом и чистотой. Соотечественники, особенно отслужившие в армии, знают, как у нас любят готовиться к приезду высокого начальства, приводя в порядок все, что может попасть на глаза, и щедро окрашивая газоны зеленой краской. Так вот, Грозный выглядит именно так. Начищенным, неестественно аккуратным и причесанным. Разве что газоны здесь зеленеют без всякой краски. Несмотря на январь, на улице уверенный плюс. Впрочем, местные девушки, научившиеся читать хиджабы с косухами, и реклама курсов бариста лучше всего доказывает, что жизнь здесь бьет ключом. И все же покорил меня именно Дагестан. Он не такой аккуратный. Хороший асфальт встречается реже, чем поля, заваленные пластиковым мусором, но какой-то он более живой. Не пытайтесь найти здесь сетевые АЗС. Максимум, на что можно рассчитывать, это заправки Роснефть, Роснефть и Госнефть. По встречке или по встречной же обочине ездят все, так же, как и разворачиваются через сплошную. И все же большой черный джип в этих широтах имеет приоритета больше, чем скорая с сиреной. За рулем Mitsubishi Pajero Sport тут чувствуешь себя солидным, уважаемым человеком. Достопримечательностей здесь столько, что впору планировать отдельное путешествие, чтобы увидеть все. Ну и без них сюда хочется вернуться снова. А может и сразу записаться в дагестанцы. Очень уж мне понравились эти края. Обновление пошло Mitsubishi Sport на пользу. Автомобиль стал ярче, интереснее и комфортнее. Для путешествий машина подходит идеально и, честно говоря, мне кажется, что и на каждый день, даром, что она большая, может быть, на ней не всегда удобно парковаться из-за ее габаритов,
Все равно мне кажется, что для нашей страны это один из лучших вариантов. Понятно, что 4 с лишним миллиона, которые за нее просят, это стоимость двух, а то и трехкомнатной квартиры во многих российских городах. Но если квартира у вас уже есть, то это один из лучших способов потратить 4 миллиона рублей. Вот такие машины покупают всерьез, надолго и на все случаи жизни. И мне она определенно понравилась. Напишите в комментариях, как вам такой формат, как вам это путешествие и стоит ли их продолжать. И самое главное, подпишитесь на канал, потому что среди подписчиков мы разыграем аж 3 автомобиля Нива. Подробности по ссылке в описании. На этом все. С вами был Дмитрий Федотов и АвтоМПС. До скорого!